Ну что ж, продолжается финал World Grand Prix. 9-й фрейм. Формат встречи до 10 побед. Для вас этот финал комментирует Марк Королев. Большого перерыва, особенно в заключительных фреймах, начинает Ронни прибавлять, делать сотенные серии и действовать очень агрессивно. Все вот эти обстоятельства, вся вот эта статистика, она, конечно, дает большего интереса к просмотру, но все решит, конечно, действие игрока. Салливан, хорошо из него вышел Трамп, продолжаются отыгрыши. Не так много было тактических ударов при ударах по лузам. А вот здесь ошибка в отыгрыше Джада. И лево Роди оценил резку как раз на втором слева шаре. И счет в 9-й партии открыт. Можно играть право-красный. Спокойный, точный удар. Ну, может быть, сейчас большой перерыв. Некоторое время в нем Ронни О'Салливан потратил как раз у тренировочного стола и попытался нащупать правильное движение. Switch it off, please. Упал шар. Ну, совершенно непонятно. Надо играть с шарами, с позицией. Полностью погрузиться в зеленое сукно. 16. Тем более, что сейчас есть... Есть удар в правый угол. Немного из... План посмотрел сейчас сжат. Возможно, пара четко смотрит в левый угол. Красному просто некуда деваться. Джад очень сильно исполняет планты, и для него такие удары 31. Вообще никакой сложности не вызывают. Удачно подкатился красный к лузе. Сейчас несложный выход синего. Не видно никаких изъянов в позиции. Стандартный график финала. 4 отрезка. Сейчас идет третий. Конечно, лидирующему в счете Трампу вот этот третий отрезок важно не проиграть. Ну а если удастся выиграть его 3-1 или 4-0... то после перерыва серия хорошая. Нужен еще один красный Джаду. И Трамп выходит. Вот такой удар есть. Это фреймбол. Нет, мимо. А виден ли шар? Хорошо сработал тормозящий винт. В данном случае левый. Остался биток. Даже может упасть красный.
Немного изменил направление пары Джад, но недостаточно. Они атакуют Лерони. Да, попадает с борта через весь стол на тончайшие резкие. Six. А много очков? Одно очко потерять Seven. Он может. Но это скорее вы. Какая-то соринка на пути движения битка. Ее убрал Салливан. И забил черный шар с хорошим выходом на красный. Позволяет такой выход сделать несложным ударом. Осталось забить все шары. Ну что с выходом на зеленый? 23. Не очень-то хорошо. И отыгрыш. Отыгрыш шикарный. Хороший удар. По силе. И контакт с зеленым есть. Нет, это не снукер. О, какой удар делает Джад. Он сознательно от зеленого на борту. И тем самым усложнить задачу Рони. А Рони, напротив, пытался зеленым шаром достать черный. Но Джад прощает. Просто прощает. Нужен выход. Но не попадает ранее. Да и Джад тоже был не безупречен. Но вот такие эпизоды могут определять судьбу не только партии, но и всего матча. 3-6. Возвращает преимущество на 3 фрейма Трамп. И в финальной стадии это уже серьезно. Десятый фрейм начинает Ронни О'Салливан. Ему нужно догонять. Но Джад ошибся серьезнее. Джад. One. Но это только начало. Nine. Проходит нижний красный. 17. Уверенно ее провел Ронни. Пока есть понятные шары в позиции. Ну а после этого вперед биток.
что Ронни делает. И ведь попал. Причем сыграно было чисто. Это хороший знак. Избавился Ронни от помехи. Может быть, сейчас повыше, чуть пониже, так, чтобы кий проходил по жилетке и не затрагивал вот эту рекламную наклейку. 50. 51. В них согласовано использование вот таких рекламных наклеек во время проведения. Ошибся Ронни при ударе в среднюю лузу. Серьезная серия. Дистанция 6 ударов. Пока отыгрыша. Желтую лузу. Есть. Да, это была атака. Пока сюжет первый. Есть шар. И тут же промах. И шар виден. Он сказал, что не должно быть посторонних реплик во время вот того, как игрок после ошибок. И в основном, когда Ронни выходит к столу. А биток? Он не упал. Ну что ж, 4-6. Один фрейм Ронни отквитал. 40. Есть ошибки, но... И качественных ударов мы видим. С хорошими выходами. Не хватает пока трехзначного брейка. Значит, у Джада 4 серии за 50 очков. У Ронни с учетом этого 63 очка, что, конечно, для О'Салливана не результат. Да и у Трампа-то лучшая серия 74 тоже. 29. Не очень высокая. Разминается О'Салливан. Доигрывает позицию. 45. А вот в судьбе матча могут. Ну вот сейчас Ронни может получше 56. Ощутить игровой тонус, раскат, движение битка. Это все на руку, это все в плюс О'Салливану. That kind of shot would have been tough. And that's the beauty of Ronni gets delayed reaction. Comes from Q power.